знали, поздно ли, всем без сомнения, надо жениться, семья нужна каждому, ори да и да, да, надо ведь каждому, ори да и да, да. Это серьезно, не просто решение, принять по делу такому по-важному, ори да и да, и да, очень по-важному, ори да и да, и да. Хочется, чтобы любовь была жгучая, был для нее ты любимым мужчиной, ори да и да, да, был ты мужчиной, ори да и да, да. Будет любить она только в том случае, если есть дом трехэтажный с машиной, ори да и да, и да, только с машиной, ори да и да, и да. Ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да. Чтобы жена была роза цветущая, жизнь украшала, как клумбу садовую, ори да и да, да, клумбу садовую, ори да и да, да. Помни, что роза шипами растущая, если семью иметь хочешь здоровую, ори да и да, и да, хочешь здоровую, ори да и да, и да. Чтобы жена была рано встающая и работящая, неприхотливая, ори да и да, да, неприхотливая, ори да и да, да. Если же быстро она устающая, встретиться может и Соня ленивая, ори да и да, и да, Соня ленивая, ори да и да, и да. Ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, и да, и да, ори да, и да. Дорогие друзья, вы только что просмотрели видео о том, как мы очень плохо относимся к женщинам. Но в жизни это все не так. Мы любим и ценим своих женщин. Миша, ты меня проведешь? Ну, подожди, ты не видишь, я с людьми разговариваю. Что случилось? Женщины для нас это как солнце. Миша, ну проведи меня. В общем, цените женщин. А со своей я сейчас разберусь. Что ты меня перебиваешь? Иди сюда! Иди сюда!